Пятеро местных избранников из Рыжканского района покинули демократическую партию. Согласно подписанной ими декларации, решение о выходе связано с действиями лидера демократов Павла Филиппа и всей команды. Они пишут, что им лгали, что они больше не разделяют продвигаемых партией ценностей. Документ подписали мэры сел Пыржота, Почумбауцы, Шумна и Алуниш, а также один районный советник. По их словам, они надеялись, что ДПМ укрепит позиции, и ее действия будут направлены на благо граждан страны, однако решения принимались только исходя из личных интересов некоторых членов формирования. Председатель ДПМ Павел Филипп заявил, что в числе подписавшихся есть те, кто вышел из партии еще год назад. Вот так вот идет избирательная кампания у нас в стране. Демократическая партия – сильная команда, включая Рыжканскую. Она покажет отличный результат.